Из книги «Открытым оком», том 6, тема «Лапкин книги», вопрос 1564. Какие конкретно есть отзывы на ваши книги от сектантов по интернету? Принимают ли они написанные вами или ворчат, как православные? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Более недовольны моими книгами православные. Сектанты сдержанные восприняли, но есть среди них непримиримые свои фундаменталисты. Вот одно из писем от таких. Всеми связями по интернету занимается член нашей общины, программист Загуляев Александр Сергеевич. На него и почта идет. Кавычки открыты. Мир вам, Александр. Большое спасибо за проявленное внимание к моему письму. Пусть Бог укрепит вас духовно и физически нести его весть. Даст вам мудрость в познании его слова. Сам я тоже уверовал 9 лет назад, так что мы почти одногодки. Мне 31 год, женат, есть дочь, ждем второго ребенка. Сам я служу Господу в церкви протестантского направления. Меня живо интересуют реформаторские, открытые голосу Бога православные церкви. Сам я знаком с отцом Сергием Журавлевым, город Киев. Интересно знать ваше мнение о нем. Я чаю пробуждение в православной церкви. Мое мнение, что рожденные свыше всегда говорят на одном языке. И как говорил Августин, в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Мир вам! Очень обрадовался чистому Евангелию на вашем сайте. Пусть Бог укрепит и даст вам мудрости более и более. Хотелось бы побольше информации лично о вас. С уважением, Александр, город Донецк, Украина.